Ливень, все снимают, я тоже. Ну вот тут вот по живописью, сейчас я зум сделаю. Это я в библиотеке У2, У3. Да. Весна началась. А кому-то не повезло. Ну что можно сказать, я оставил в лагере мои вещи. На палатке, свитеры, все остальное, я думаю, промокнет. Ну, это библиотека У2, У3. А, вот сейчас издалека сниму территорию университета. Красиво, конечно, и свежо, и вообще здания очень красивые. Да, вот он Страсбург, вот эта старая часть города, которая... А вот эти в таком немецком стиле дома, все-таки это же Альзас. Сейчас вот я вот тут сниму. Ну, вот он. Вот такие вот дома с балками. Старый город. А вот молния попалась. А там дальше за этой стройкой, там, по-моему, Нотр-Дам был виден. Но сейчас не видно. Да, хорошо, фотоаппарат. Фотоаппарата все-таки есть какой-то стабилизатор. И поэтому не видно сейчас. Если он там и есть, но его сейчас просто не будет, наверное, видно. А вот. Ну, а вот тут такие клумбы хорошие, вот такой стиль. А вот. Вот цветочки везде. Сейчас уже одуванчики отцветают. Ну, вот он я такой. А весна, оживление во всем. И, конечно же, и мне лучше. И я надеюсь на хорошее, по крайней мере. Солнышко нас спасает от всего. Тепло, солнышко. Комары вот начались как два дня. Как. А, да, пришла весть сегодня. Они всегда эти вести, они неожиданные. И потом как-то мир меняется, как-то мир становится другим. Не тем уже. Умер Слава Панов. Вот и вспоминается английская... Король умер, да, здравствует король, потому что ничто в этой природе так или иначе совсем не умирает. Она всегда обновляется. Жаль, Славика детей не было, это единственный ребенок в семье, поэтому это так ненормально, как это случается с детьми, когда умирают дети. Это так ненормально, это так шокирующе. Когда человек старый, когда у него дети, внуки, это как-то приемлют люди. Ну, это как-то обычно, нормально, а это ненормально. А сегодня я весь день работал, закончил письмо в Министерство юстиции. А я так его не закончил, конечно, это страшное письмо, ужасное письмо. Ну, как смог, я его опубликовал уже. Вот. Ну, все, побежал я его дальше доделать, потому что завтра мне нужно еще в госпиталь на исследование и печени, и до обеда к этому к врачу, а после обеда на эхографию почек, точнее. Ну, такие у меня дела. Вот красиво все-таки, вот зум сейчас еще раз сниму. Все-таки красиво, вот я художник, и я не могу равнодушно смотреть на эти деревья. А для меня, я вспоминаю парк в Железноводске, в это время тоже цветение, и в это время как раз и писал этюды. Я бы сейчас пописал этюды, но... К сожалению, я как бы в тюрьме такого открытого типа, называется концлагерь, Евросоюз, открытого типа концлагерь. Ладно, все, сейчас сниму студентов так издалека. Вот они тут стоят все. Ну, сейчас они все уже спрятались.